Ну что, ребят, всем привет. Сегодня продолжаем мы проходить Destroy All Human. Собственно, остановились на, по-моему, третьей или четвертой миссии. Будем продолжать. Так, немножко я пофармил мозгов, повыполнял задания. Прокачал, собственно, все открывшиеся возможности, ну, чтобы было просто прикольнее и удобнее играть. В принципе... Дядя Степа. Дядь, привет. Привет, дядя Степа. Рад, что зашел, приятно тебе просмотра. Так, ну давайте, по сюжетке. Дядя задание. Степа, как делишки? Дела отлично. Вон, проходим, собственно, этот, как бы, Destroy All Human. На юг через юго-запад. Хотя пока выходной, можно постримить, пока есть возможность. А у тебя как дела? Как настроение? Так. Я готов спустить тебя с поводка, Крипто. Наша война с Маджестиком набирает обороты. Пора повышать ставки. Тебе понадобится еще более мощное оружие. Так. Убейте гуманоидов, уничтожьте машины, используя человека. Левольфур от bmd.gg. Добрый вечер. Вольфут, привет. Добрый вечер тебе. Так, нужно, собственно, сначала взять человека. Взять какого-нибудь человека, допустим, вот этого. Дядя Степа, потихоньку, вот приболел. Опс. Я и человека разномочил. Игровой канал Руслана. Привет, стример. Руслан, привет. Так, берем человека. И сначала подшаманим машинку. Так, человеком уничтожу. Убейте гуманоидов и уничтожьте машины. Ну, это, в принципе, несложное задание. Расхерачиваем тачки. Привет, машина. Еще. Давай вот это вот разобьем. Чтобы зря мозги не терять, мы, собственно... Будем их высасывать. Где тут людей-то побольше? Прикольная способность, которая рядом всех мозги тоже заражает. Чпок. У кого-то еще тут мозги вылетели. Ловка было два. Собственно, я так понимаю, уже менты подъехали. Сейчас меня будут пытаться нагибать, но у них ничего не выйдет. Оу, здрасте. О, какие люди. Ну все, осталось только тачки разрушить. Заодно армейский. Заражаем. Вот так. Как пробки из бутылки мозги вылетают. Вот так. Поп-поп. Можно часами фармить эти мозги. Ну, собственно, чем я и занимался определенное количество времени. Мозги наши все. А, тачки поломать какие-нибудь. Где-то на. Вот, тихо-тихо. Вот эти вот ребята серьезные. Они много сносят здоровья. Готов. Где у нас тачки-то вообще стоят?
Надо машину поблизости поискать. Надо там одну машину раздолбать всего лишь. О, вон машина. Эх, не достаю. Чуть-чуть. Готово. Так, уничтожьте имущество Мажестика на 20 косарей. Убить агента с помощью ионного индикатора. Ионный детонатор. Ага, понятно. Надо схорониться на крыше. Ионный детонатор, это вот. Где у нас Маджестик? Ага, вот они. Давайте-ка, ребят, подходите сюда. Так, агентов я не завалил. Оу. Это я себе больше навредил, походу. Валим на крышу. Валим, валим, валим. Повыше. Чем выше, тем лучше. Они там не достанут своими куколками. Так, это все агенты или как? Угу. Оу. Аж троих завалил. Все, готово с агентами. Сейчас мы немножко похилимся. Так, главное просто тачки разбить и все. Стоя, патронов ноль. Патроны для вот этой взрывчатки, волшебный ионный детонатор, у нас фармятся с помощью мусора, по-моему. Где у нас мусорок? Ни шейм, ни срок. Вот он. Так, это не то. А, ну, в принципе, этот ионный детонатор пока в данный момент не нужен. Миссия за него пройдена. Мы сейчас просто машины раскирачим. И, в принципе, все. Так, ну еще. Бедрак Битрач. Привет. Бедрак, привет. Бедрак Битрач. Как дела? Дела отлично. Уничтожаем потихонечку человечество. Так, а солдаты, а точнее агенты Маджестика тоже являются имуществом. Поднимитесь. Битрач, у этой игры. Игра прикольная. Поднимитесь на борт тарелки. Окейшки. Все, готово. Так, убейте агентов, уничтожьте имущество Маджестика, уничтожьте здание, используйте агента Маджестика. Это уже дело посложнее. О, ребят. Мне вот эти ракеты тут совсем ни к чему. Так, а откуда шмаляют? Который-то ракетами сыпят прям. Ага, вон, вижу. Одна ракетница. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Подожди, это не ракетница, что ли, была? Бля, ракеты до хера сносят, конечно. Только я что-то их тут не вижу вообще. Агенты у нас где? Я вообще в упор агентов не вижу. Где у нас агенты? Агенты. О, здрасте. У нас пушечка. Так, вот он, агент. Мы сейчас. Отлично. Так, уничтожьте имущество Маджестика. Раз. Надо валить. Надо валить и хилиться. То сейчас тарелку разнесу.
Хилимся. Прям надо полностью его здоровье восстановить, а то они сейчас быстренько расшатают меня. Есть еще тачка? О, давай, давай, давай. Устанавливаем здоровье. Так, все, готово. Расхерачиваем Маджестик дальше. Эта пушечка мне явно помешает. Так, ну и последнее здание. Все. База Маджестика уничтожена. Эту сфинктерную пробку они не скоро восстановят. Сфинктерные пробки. Как лаконично. Так, все, 100%. Возвращаемся на корабль. Загадочная вспышка разнесла мотель. Менеджер во всем винит пришельцев, властью плохую проводку. Ну, как обычно, все виноваты, только не пришельцы. Дальше. Посмотрим, что тут качнуть еще можно. По-любому что-то появилось. Каждое задание сюжетное появляется какие-то способности. Так, ионный модификатор. Финальный зон закрыто. Так, подожди. Погоди-ка. Чего? Смотрим, что с тарелки можно лучше. Звукобонус. В принципе, все, да? Стоять. Ну давай, давай. Улучшаем звукобонус. Это тоже. Качаем. Собственно, хватает еще на улучшение. Где он тут? Где лучше? Вот. Емкость магазина. Предметы и транспортные средства, уничтоженные взрывом, могут подвергнуться метаморфированию. Ну, то есть, получается, те тачки, которые ты взорвал, ты можешь, собственно, из них патроны дальше выкачать. Отлично. Я особо, конечно, им не пользуюсь, но дело-то прикольное. Так, тут у нас что? Армагеддон. У нас испытание. Ну, давай, наверное, посмотрим, что за Армагеддон. Там, наверное, надо что-то разрушить, разбомбить да расхерачить. Сколько-то там предметов, как обычно, по заданию. Сейчас посмотрим. Если получится, он 3 звезды сразу же пройти, то отлично. Если нет, то как-нибудь в другой раз. Пойдем туда чисто по сюжетке. Так, где у нас Армагеддон? Вот он. Хреново то, что он на этом, как он, на реактивном ранце маловато летит. Было бы прикольно. Но есть как у этого Макфлая такие, скажем так. Чё меня сразу стреляют-то? Так, Армагеддон. Уничтожьте все, чтобы камня на камне не осталось. Лимит времени 2 минуты. Вытяните энергию помеченной цели, чтобы получить больше. Так. А, ну это просто надо имущество расхерачить на 200 тысяч долларов. Давай попробуем. Давай, поехали. Три штуки. Поблизости что у нас тут есть? Сарайчик. За сарай много не дадут. 3 косаря. Еще 3. Пушки сколько дают? 5 штук. Надо пушки, короче, бомбить по возможности. За машину точно много не дадут. Машина такое ощущение, что вообще как-то бесплатно разлетелась. Давай здание. Людишки по сотне дают всего. Глуповато. Так, еще где пушки тут стоят? Вон она, пушка. Так, минута осталась. Так, 5 косарей. Отлично. Еще 5. Давай здание. Че, взрывайся. Отлично. Дальше поехали. Там еще пушку вижу. Еще 5. Здание большое. Еще 5000. Хотя бы на бронзу, я думаю, пройду.
Ну, что тут еще поблизости-то есть расхерачить? Менты. Тихо, пушечка. Домик улетел. Тут что у нас, пушка? Пушка. Еще домик. 20 секунд. Так, где-то тут, по-моему, еще пушка стояла. 19, 18. Еще 5 косарей. Ой, смотрю, на полях появились круги. Уже забавно, 5 секунд. Нет, наверное, я не пройду. Нет, дело время потихий час. Ладно. Давай выходим тогда. Не успеваю. Как вернулся-то? Вернулся на корабль. В Армагеддоне, значит, получается, надо все прям это, очень-очень глобально все разрушать. Пока, наверное, тарелка особо не прокачана. Евгений Огурчев. Салют, друг, лайк. Евгений Огурцов, привет, спасибо за лайкос. Так, тут Армагеддон, да? И тут Армагеддон. Хм. Может, в Рокпуле попробовать? Там зданий-то побольше. Давай на Рокул пойдем. Испытаем, так сказать. Может, получится. Так, в Рокул или мэрия. В принципе, дорого обойдется. Ладно, посмотрим. Получится, так получится. Нет, тогда, значит, качаемся дальше, честно. Так, это испытание с коровами. Буйство. Армагеддон чуть дальше. Сейчас долетим. Давай, Армагеддон. Сколько? Также 2 минуты. Имущество 300 косарей. Где столько денег-то взять? Давай, кинотеатр раскорачиваем. Сколько? 6 косарей. Бля, за пушки много дают. Пушки — это дело хорошее. Так, давайте быстрее. Перезарядку бы луча, конечно, прокачать пошибче. Эх. Танки. Отлично. За домики, я смотрю, особо много, конечно, не дают. Давай домики похлопаем. А чё? Давай взрываться. Отлично. Просто когда взрывается дом, он за собой цепляет тоже, поэтому по фэншую. Так, мэрия. Сколько у нас мэрия получается? Обойдется государству. Ни хрена. Зашибись. 2 штуки за каждый барак. Ну, маловато. И пушечка. Отлично. Но я думаю, хоть это-то на бронзу получится. 5 косарей. Давай, 20 секунд. Дело. Так, пушка. Давай, 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 давай. Прям на время. 10 секунд. Ну. Эх, еще чуть-чуть. Ничего не вижу. Где-то поблизости. Нет, я не успел. Чуть-чуть совсем, чуть-чуть. Ладно. Давай дальше. Тогда пойдем по сюжетке. Надо или луч? А, нет, там луч. Сразу на меня уже кто-то нападает. Давай тогда по сюжетке помчим. Чем там у нас? Удивят. Давай начинаем задание.
Иностранный корреспондент называется. Не стойте столбом, рывок, и вы ускоряетесь от взрыва. Скользнете от взрыва. Так, покушение на Берта Уизера. Лучший телеведущий Америки скрывается, опасаясь за свою безопасность, новости не убить. Погнали. Мы сорвали планы Маджестика и помешали им захватить контроль над гуманоидами, но они придумывают что-то еще. Однако, если бы нам удалось подчинить себе это их, мы бы всей стране мозги промыли. Твой сигнал мы можем запросто передать на обычных частотах. Все, что нам нужно, это подходящая личина прикрытия. Кто-то, кому люди будут доверять. Я провел изыскание и подобрал подходящий вариант. Бэт Уизер. Телевизионный гуманоид-ведущий, но его что-то не видно в последнее время. Может, прознал, что ты сделал с сонным Эрнстом? Я прошу меня простить, если это прозвучит вызывающе, но вы же инопланетянин, правда? Как ты догадался? Я знал, я так и знал. Мои молитвы были услышаны. От имени всех стран и народов Земли приветствую вас на нашей планете, о космический друг. О, спасибо, очень приятно. Хорош болтать, человеческое ничтожество. Нам нужен Берт Уизер, где он? Вам нужен Берт Уизер? Сейчас, сейчас, за мной. Go, go. Чудесно. Следуй за полоумным. Следуй за этим психом. Ничего, что он чокнутый, просто другого у нас нет. Так, получите все подсказки от полоумного. Читаем мысли его. У них по всему периметру электрическое силовое поле, но можно его отключить, если аппарат, если в аппарат выстрелит. Давай еще. Надо быть осторожнее. У них по всему периметру и турели расставлены. Их там полно со стороны воды. Еще. С импульсными минами держи ухо востро. Их по периметру полным-полно. Да вообще там чего только нет. Окей. Дальше. Ты же можешь маскироваться под человека, да? Вот и пробрался бы туда незаметно. Но смотри, маскировку менять нельзя. Берт Уизер, классный человек. Хоть и назвал меня чокнутым по телеку в интервью, сказал, что мой тепловатый ядерный синтез фигня, если бы ему доказал. Если бы мне денег дали, но мне не дали. Берт Уизер, потому что козел. Так, давай-ка замаскируемся под этого чела. Секреточка. Я какой-то, видимо, портовый работник теперь. Погнали. Следуем за полоумным. Тихо. Голова сейчас исчезает. Так, дальше. Доверитесь до вяза Берта Уизера незамеченным. Используй повара. Так, давай внедряем в него приказ. Приказ готов. Читаю мысли повара. Странно, конечно, с чего Берт Уизер сидит в какой-то сырой норе. Наверняка за этим что-то кроется. Ладно, бежим. Пока бежим за ним. У него шапочка слетела. Надеюсь, ему поверят, что он повар без шапочки. Я так понимаю, только повара туда пускают к этому Берту Уизеру. Давай-давай, побежали. Так, вон там зеленые круги, на которые, по идее, наступать вообще не вариант. Be careful, говорит. Окей. Так, чувак, а ты чё не идёшь-то? Прям вот очень аккуратненько надо. Давай-давай, пили. А, сейчас голова сейчас закончится. Так, ну я хотя бы... Отлично. Аккуратненько проходим.
Главное, кнопочки не перепутать, и мозги у нее не высосут. Ах, он далеко. Тихо. Аккуратненько. Прям как... Ай-яй-яй-яй. Прям как по минному полю. Голова сейчас-то заканчивается. Нет, смотри-ка, прошел. Привет, это повар Кармина. Принес еды для Берта Уизера. Вы силовое поле отключите или как? Что ты, Кармина, зеленый совсем? Я предупреждал, не ешь свою стряпню. Отличная шутка. Погоди секунду, сейчас я тебя впущу. А мне надо идти за ним, да? Читаю мысли, а то сейчас голова сейчас отключится. Так, вроде прошел. Прошел же. Лайкосик за топ стримец, удачного стрима. Тихо. Я сейчас... Ай-яй-яй-яй. Превращаемся в чувака. Первый попавшийся, я не знаю, ты какой-то ученый. Бен Склад, привет. Спасибо за лайкос. Блять, меня все равно спалили. Давай задание сначала. Спалили меня. Когда они успели-то? Окей, пропускаем все это дело. Читаем. Пошли, мужик. Давай. Ты идешь, нет? Надо его мысли прочитать. Следуйте за полоумным. Ну а чё он не двигается-то? Я чё, заглючил? Наконец-то пришел в движение. Мужичок. Давай, по-быстренькому делаем. По бочке. Ну а чё ты не бежишь-то? Спутник мой подвисает потихонечку. Побежали. Да-да, все непременно. Вот этого чувака сейчас превращаемся. Ну это, в принципе, не принципиально, то, что там меня палят и все такое. То есть все равно надо, типа, повара какого-то переодеваться. А, нет, повар бежит со мной. И там голова все заканчивается. Так, я ему пока приказ не могу, да, отдать. Блин, возле базы было бы сохраниться, отлично вообще. Но сейчас тихо, головася слетает. Так, давай, внедряем приказ. Чувак, следуй за мной. Все, поехали. Ну, на базе довольно-таки, блин, сложновато, когда ты до ней добираешься, там слишком много всяких этих препятствий. Ай, шапка слетела. Кстати, на том же самом месте. Мужик теряет это. Сноровку все. Теперь главное вот в море аккуратненько пройти, то мне здоровье тут довольно-таки много снесло. Чё ты остановился-то? Давай, побежали. Бежали, чувак. Так, все, я дальше не могу идти. Да, он побежал. Обходим стороной.
Интересно, почему море наносит урон? Ну, как бы вода, в принципе, инопланетянам. Инопланетянам наносит урон. Тихо, палят. Это среагировал. Второй, да, среагировал? Ну-ка. Нет, я не успел. Пропускаем. Я не могу их мысли читать, черт. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, надо как-то аккуратненько все это дело пройти. Если что. Тихо. Я взорвать могу эту штуку поблизости? Видимо, нет. Так, ну-ка, если просто долбанем по ней. Так, у него появился только знак вопроса. А я в зоне, да, стою? Никак. Блядь. Не, меня спалят. Меня заметили. А нет, тут уже война конкретная началась. Да, не зачитаю. Падла. Блин, а как бы его? Ро-ро-ро-ро. Контрольную бы точку здесь вот вообще бы не помешало. Ни в коем разе. Как бы незамеченным это пройти. Может быть, в агента Маджестика превратиться? По-быстрому. Побежали уже. Ну, чувак. Да, я понял. Так, а если на тот берег махнуть и попробовать превратиться в агента Маджестика? Может, тогда не спалят? Так, аккуратненько. А чё провалено-то? Терять цель, понятно. То есть пока я с этим, пока я с полоумным бегу, не засчитываю. Давай, давай. Ладно, сейчас если спалят, то... Прям... Погнали, погнали уже. Чего, чего? Бля. Он просто не пошел, и у меня от этого. Вот, вот. Побежали. Да, я понял. Побежали. Сейчас придется прямо от него вообще не отставать. Эту бы штучку. Здесь мне не наругает игра. Я очень высоко от него взлетел.
Так, давай. Берем чувака. Так, беги уже. До кучи его мысли почитаем. Давай. Голова все работает как надо. Шапочку потерял. Так, берем. Вот сохранение проходит. Внедряем приказ. Все, поехали. Чувак отливает, надо было наказать. Ай, тетя. Тетки мысли прочитал. Так, вот здесь может быть в агента внедриться. Попробовать. Потом взять чувака. По идее, агентом то пускает, агентом. Окружающая обстановка, ну там где вот, где красным отмечено на радаре. Тихо, кто-то активировался. Аккуратненько. Таким макаром я могу поменять внешность. Чик. Чтобы меня спалили. Или нет? Хрен его знает. Спалили, нет? Эй, чуваки, я агент. Конечно. Или лучше солдатом быть? Солдат, по идее, же безопаснее зона будет. Аккуратненько. Там маскировку разрушает. И катсцена. Пробуем. Закрытая зона, но вроде прокатила. Или нет? Вот. Попробуем. Вроде как прокатывает, но это не точно. Доберитесь до Берта незамеченно. В прошлый раз, когда меня спалили, по-моему, сразу же крестиком отмечилось то, что я на него незамеченным не попал. Сейчас уже вроде получше. Но это опять же, это не точно. Умоляю, только не трогайте меня. Я все сделаю, что вы скажете, честное слово. Да я не сомневаюсь. Пошли со мной, Бертик, Шмертик. У тебя и для тебя работенка. У меня и для тебя работенка. Парочка агентов. Так, заставьте гуманоида помеченного выполнять команды. Где он со мной? Доставьте Берта вызова в тарелку. Убейте нескольких солдат с помощью взрывчатки. Так, два солдата. Взрывчатка.
еще. Двое готовы. Тут есть солдаты. Так, это все агенты. Мне бы взрывчатки. Где тут еще взрывчатка есть? Блин, взрывчатки тут походу нет. Давай, взрывчатка. Солдаты. Оп, готово. Еще взрывчатка. Берем. Где солдаты? Солдатов-то не осталось. Че мне взрывчатку-то забирают? Эй, ребят. Каких-то этих долбанул. Ай-яй-яй-яй, мне бы схорониться. Сейчас меня захерачат. Давай, хилься уже. Время-то идет. Ну-ка. Сейчас здоровье восстановим. Отлично. Так, четверых солдат еще надо убить. Этим взрывом. Куда-то она долбанулась. Девчатка, я ее вообще в упор не вижу. Так, это взрыв? Да. Солдаты. Три солдата еще осталось. А где этот Бёрд-то, Вызард-то? Два солдата. Блин, похилиться бы не мешало вообще. Бежим тогда назад опять. Они за мной пока не успевают. Штучку-то соберем. Ай-яй-яй-яй. Так, вот он этот. Уизер. Взрывчатка. Блять, ну что они забирают у меня постоянно? Так, это не взрывчатка. Вот оно. Готово. Давай-ка побеспредельничай. А, валим, 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 валим. Заныкается. Вроде отхилился. Чпок, чпок. Главное, мозги тут вылетают. Все, больше никого вроде не осталось. А Уиздер, у нас он там стоит. Это он. Я так понимаю, по-моему, на него урон не проходит. Это кто такой? Это Уиздер? Ты со мной? Его погнали. Вот, пошли, пошли. Штучку эту заберу. Шли, пошли. Нам туда. Ты Кворец. Вечер добрый, лайкос, дружище. Спасибо, ты Кворец. Так, мы дошли, да? Тут ни солдатов, никого не осталось. Где солдаты? Ладно. Все, распирать, да? Баргеймер, привет. Баргеймер, привет. Ух, страшно. Ну-ка, вот так еще. Бэрганер. Вот это надо. Отключите щит. А я его взорвал. А, ну нормально. Хорошо, хоть надо именно, ну просто его уничтожить. Баргеймер не играл такую игрушку?
Совершенно забавно. Это порт со второй плойки. Ай-яй-яй-яй, турели. Турели это плохо. Турели много сносят. Та-та-та-та-та-та-та. Раз. Там вторая скорость стояла. Тихо-тихо-тихо. Уничтожаем. Ну все, по идее. Мы должны выйти. Дел. Ну, какую-то машину прошел. Ладно. Все, выполнено задание. Сейчас он там анальный зон захерачит. Тарелочки. А чё, он вышку-то порушил зачем? Зачем он отстрелил? По идее, это не обязательно было. У них же пока еще вроде как конспирация. Задание выполнено. 100%, отлично. Протонный магазин, кумулятивный испепелитель, максимум по подавлению, максиматор по подавлению, хобо-сенсор. Скандал на ТВ. Уизерс преградил уволиться, если ему не поднимут зарплату. То есть, я так понимаю, то, что ему мозги уже промыли. Так, давай в архиве поменяем скрин. ВФГ, клоун, джокер. Ант. Крипто просто. Крипто классик. Сильный крипто. Давай джокера возьмем. Ну, прикольно. Так, лаборатория. В лаборатории что-то у нас можно качнуть. Лучевой дезинтегратор. Не знаю, в принципе, прямо особо вот сейчас... Существенно увеличивает урон, нанесен успешным зондированием. И тут существенно увеличит временной интервал для успешного зондирования. Да, это придется качнуть. Что еще появилось? 2500. 3000. Может цель воспламенить. Это не особо, в принципе, так уж важно. Ладно, возьмем. Не хватает чуть-чуть. Полторы штуки не хватает. Чуть-чуть, половины, блин, не хватает. Ладно. Давай, начинаем задание. Пригород проклятых. Чтобы получить редкие боеприпасы, надо попробовать много раз. Ага, то есть они с каким-то рандомным, видимо, этим вылетают. С рандом, ну, с вероятностью какой-то. Какие-то определенные боеприпасы с разной вероятностью вылетают, возможно. Уизер обратится к нации. 18.00. Содержание экстренного выпуска новостей хранится в тайне. Успех нашего плана зависит только от тебя, Крипто. Ты должен защищать эти лучшие башни. Излучатели. В каждой башне внизу имеется передатчик. Если военные захотят прервать трансляцию, сперва они должны будут эти передатчики уничтожить. Угу. Защищаем, короче. Доберитесь до оборонительного рубежа. Будем сейчас защищать башни, короче. Да. Ну, народу, мне кажется, прибежит сюда до хрена. Поэтому... Угу. Что у нас тут вообще в целом имеется? Пока так побегаю, посмотрю, что чем тут можно, если что, обороняться. Ну, взрывчатку-то это понятно, я вижу.
больше ни хрена нету. Оборонять мы будем, получается, вот эту вышку, да? И вот эту вышку. Скорее всего. Возле этих вышек что-то есть еще? Позрывать. Ну и в принципе все, да? Ладно, понято. Давай, поехали. Начинаем. О, военных тут многовато. Сейчас будем попробуем им это тотальное жопозондирование устроить. Второй и четвертый батальоны построятся на главном перекрестке. Первый и третий заходит с фланга. А атакующие эшелоны — ваша цель — инфраструктура. Хочу, чтобы уничтожили башню. Эшелоны поддержки — ваша задача еще проще. Перебить коммунистов, которые захватили Трицкую. Ну да, во всем виноваты коммунисты. Никакому троксисту, который в три горла хлещет водку и закусывает свеклой, я не позволю воровать эфир, богом дарованный нашей великой стране. В атаку. Водку закусывает свеклой. Во всем русские виноваты, короче. Погнали. Убейте солдат с помощью бочонка со взрывчаткой. Берем, убиваем. Где у нас еще бочки? Так, и вот толпу бы куда кинуть, а? Допустим, а че, я его убил, что ли? Два. Где еще взрывчатка? Блин, не зачитали. Ну, в принципе, тут по периметру взрывчатки-то до хрена. Кого я там метился? Три солдата. Давай еще. Последний остался. Где взрывчатка? Эй-эй-эй, взрывчатка. Я не вижу взрывчатки. Где взрывчатка? Он. Взорвали бочонок со взрывчаткой, они по нему стрельнули, он взорвался у меня в воздухе. Эй. Так, тут ни взрывчатки, ни хрена нету. А, у меня еще и время бежит. Ошибись. Время-то я не подумал. Где солдаты? Все, готово. Защитите первую вышку. Это она? Первая вышка, да? В чем дело? Блин, вышку расхерачили. Радиовышки должны уцелеть. Армия дает отпор диверсантам. Заложники на телеканале спасены Санта-Модеста принесла некоторые потери. Ничего. Давай заново. Давай-ка, пучку. Отлично. Эх, не попал. Удобно, пока они по дороге бегут. Еще последний солдат. Суки, не засчитали. Еще. А куда мы? Ах, вот урода. Так, ну нормально, зачитали, в принципе, то что. Давай взрывай его. Придется у них мозги выдергивать, солдат слишком много. Мы их заодно пособираем. Так, закрытая зона.
Готов. Илья Гальчук. Привет, вот лайк. Желаю классного стрима. Илюх, привет, спасибо. Так, первый выстрел, кто-то стреляет. О, здрасте, ребят. Первая вышка под отстрелом. Кто стрелял в вышку? Первая вышка под отстрелом, ломим. Кто еще стреляет? Сучонок стоит там, я его не вижу вообще. Давай-ка, мозгов поточим. Готов. Дальше. Я защитил. Готовьтесь к новой атаке. Как меня от них плохо. Эй, чувак. Ладно. Будем так их лупить. Я не знаю, вроде получилось. Давайте сюда танки, пусть узнают американскую сталь. Давайте в ход танки теперь пошли. Сложнее. Мы убейте что-то с помощью ракет. Шибис. Оу. Давайте, кто стреляет? Подожди, а как мне ракеты стоят? Солдат с помощью ракет. А, я солдат, собственно, уже каким-то макаром убил. Окей. Валим танки тогда. Танки тут довольно-таки мешают. Давай, 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 давай. Давай, танк, почти. Готово. Четвертый танк. Так, минут так. Давай-ка заряжаем. Там у всех мозги повыдергаем. Оу, ну, ответная зона. Так, готово. Вторую вышку. Вторую вышку, кто-то стреляет. Быстрее, быстрее, быстрее. Блин, половину снесли вышку. Ты смотри какой. Стрелок. Ворошилов. Еще есть кто? Если они танка не догадаются, по вышке шмальнут. Суки. Давай, 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 давай. Мочим. Подаст-то как бы время, а? Ты смотри. Валим. Чуть не загубенье. Воу-воу-воу-воу-воу, ребят, полегче. Вроде прокатило. Еще по мозгам-то. Не похилиться бы, не мешало, ай-яй-яй. Чё так тут до хера-то народу? Ну-ну-ну, давай-давай-давай, включи. Отлично. 5 секунд. И 2, 1. Ладно.
Делаю. Подготовьтесь к новой атаке. Да, было в чем готовиться. Молги пока пособираем. Тоже не лишнее. Дальше. Зашибись. Роботов пригнали. Мощь. Громите вышки, всем подразделения. Вперед. Привет, не ори. Надо как-то мехов разрушать. Убейте солдат с помощью, братан. Во-во-во. Граната так подкинет. Давай гранату кидай в меня. Финал в первой вышке улыбнёт. Охренеть. Где? Блядь, он там спрятался, я его не вижу совсем. Так, где наш дохуя смысл? Давай гранату мне. Кидай гранату. Гранату кидай. Я разнес. Разнес солдата. Оу-оу-оу, ни хрена. Жестко. Меня убили. Ну, давай заново. Надеюсь, не с самого начала. Уничтожена дикая обезьяна, разлагающаяся труп, отравляет воздух в пригороде Санта-Модеста. Надеюсь, фишка пойдет уже, ну, от солдат. Не с самого, блин, начала. Солдаты. Так, ребят, давайте на меня. На меня. Капец, они сносят. По идее, надо завалить только одного солдата, а двух. Сейчас вот мы их завалим и все, в принципе. Только отбиваться. Раз. Готов. Только граната. Куда? А-та-та. Можно. Прям мочат и мочат, ты смотри-ка. Я понял. По идее, им надо просто немножко снести здоровья. Еще гранату. Ни одного не убил. Давайте стрелять, у меня уже гранатами. Давай, давай, пока солдаты не прибежали. Отлично. Тихо. Вот туда. Получилось? Стой, подожди, я же их долбанул гранату. Не получилось. Это здоровье, они у меня будут здоровы, сняли. О-о-о, полегче, ребят. Так, вон еще один бежит. Капец, они сносят вообще. Конкретненько так. Так, убедиться у нас с помощью граната, они сами себя убили. Просто надо продержаться. А, черт, меня замочили. Давайте перекурчик и продолжим. We'll be right back.
Али. Ла-ла-ла, обезьяна. Давай, мехи. Давай, надо подстрелить. Блин, одного замочил случайно. Я далеко, походу, да, швырнул? Твою мать, ну сейчас загасит. Надо вот эту побочку, блин, прямо сразу же выполнять. Только очень много набегает. Лайка гранатами замочили. Но ничего. И такое бывает. Не попал. Как же гранаты это завалить? Тихо, 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 он уже прокрался. Как забрался ты сюда, чувак? Эх. Можно. Так, гранаты, давай, давай, давай. Быстрее. Не получилось мне гранаты замочить. Втягиваем мозги. Тотально. Во-во-во, просто сразу же на раз у меня снесли все здоровье. Еще один мяч бежит. Давай, 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 взрывайся. Взрывайся, говорю. Готово. Прям туда бежит, а? Посмотри, как он. Отошел от мышки. Все взрывается, все летит. А, жесть какая. Убили. Гранаты кто подкинет? Давайте гранаты на меня. В смысле, он пинает вышку? Че, урод, творишь? Так, теперь тупо живем. Живем полторы минуты. Ах ты, курва. Мозги, хорошо. Короче, мы хилимся с помощью солдат. Нормально. Кто стреляет? Тихо, тихо, тихо. Сюда, сюда. А, натуральная война. Надо и самому выжить, и еще вышки спасти. Вот он там. Отлично. Давай, 30 секунд. Живи, чувак. Давай рядышком мочить. 20 секунд. Давай, давай, мозгов побольше. Во-во-во. 9.
Живем. Живем, живем. 3 секунды. 2, 1. Все. Разогнал таракана. Превосходно. Отлично. Получилось. 100%. Отлично. Так, Берт Уизер, пророк или марионетка? Экстренный выпуск подстерегает охоту на... подстегивает охоту на красных. Сложно было. Так, что у нас появилось? Тут все прокачано. Тут 5 косарей. Гуманоиды на последней стадии извлечения мозга нападают на бывших союзников. Ну, это, в принципе, пригодится, но не так, чтобы очень прям. Фотонный магазин. Но я им особо-то не пользуюсь. Ратором. Реактивный рывок создает мощную ударную волну, сбивающую с ног врагов и отклоняющую летящие предметы. Ага. Ну, это, возможно, пригодится. 2300. Что у нас? Ну, больше, наверное, ни на что не хватит. Не хватает. Тарелка. Полевой максимизатор. Существенно увеличивает радиус действия толкатрона. А, ну это понятно, это, короче, когда в тебя ракеты летят, он шире диаметр становится отталкивающим. Верни. Давай, только на него хватает. Точнее. Давай, задание. Тут у нас Армагеддона плюсы и похищение. Давай, похищение. Прям задание. Чувствую, у меня с такой прокачкой надо пошибче прокачаться, чтобы Армагеддон нормально был. Что случилось? Скрипта 136. Если агенты Маджестика находятся под действием команд «забудь» или «отвлечение», они не понимают, что перед ними головася. Ну да. То есть, я помню то, что их надо типа отвлекать, чтобы они забывали там. Надеюсь, теперь мы выясним, что случилось с Крипто 136. Мои сканеры показывают, что неподалеку от тебя имеется несколько областей радиоактивного излучения. И одна очень похожа на место крушения. Так. Доберитесь радиоактивной местности. Пусть хоть один из этих бабуинов меня тронет, я ему жопу на уши натяну. Берем вот эту хреновину. Пойдем, шкодничай. Так, солдаты есть. Ну, давай вот. Не до них не дотянуться. Да? Второму тоже забудь. Оба забыли. Превращаемся в солдата. Читаем мысли второго. Отлично. Доберитесь до радиоактивной местности. Давай, меня никто не парит. Готово. Ручка мне всячески. Hey, this is where 136 hit the dirt, all right. Ага, то есть это место крушения. Крушение моего кореша. Удалил. Если людям удалось владеть фуронской техникой, ты должен ее вернуть и спасти 136-го. Макаки, наверное, привели ослов, привязали к ним корабль и уволокли в свою грязную деревню, чтобы на него молиться. Ну да. Будем молиться. Тащите фуронские технологии. Я так понимаю, первая, да? Фуронская технология. Побираем. Угу. Валим, 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 валим. Сейчас голова ся так отключится. Вот этому забудь, хлопаем. Так, теперь можно пройти. Окей.
первый. Искарь, тихо. Голова ся отключится. Оп, ребят, я свой. Дальше двигаем. Это, забудь. А чё, они разве не замечают то, что у них кореш стоит, дергается? Тихо. Аккуратненько. Не торопимся. Сейчас мы сначала мысли его почитаем. Тут, видимо, с ним надо какой-то диалог вести. Взаимодействовать. Давай. Попросите, чтобы вас пустили на базу. Потребуйте, чтобы вас пустили на базу. Пригласите, что донесете на него. Пригласите его убить. Но убить, наверное, не вариант. Давай, донесете. Прости меня, или я рапорт на тебя напишу, что ты заснул на дежурстве. Так же забавно. Так точно, сэр. Слушаюсь, сэр. Всё, отлично, пустили. Так, закрытая зона, но меня тут особо нет. Не палит, да? Так, вон там третья деталь. Сейчас этого забудь. Раз, и второму. Готово, берем. И валим. Аккуратненько. Читаем мысли. Отлично. Сколько тут народу-то, а? Прям городок целый. Здесь танком меня не раздавит. Так, получается, сколько у нас? Два агента. Раз. И второй. Где он тут? Второй агент. Пошустрика. Оп. Двигаем. Где солдаты? Тихо, головася. Отлично. Так, и последняя. Последняя, где она? Где последняя часть? Далековато. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ну зачем ты мозги-то сожрал? Меня спалили. Труба заметили. Ну-ка, получилось свалить. Мне аж туда надо бежать. Так, отлично. Давай, любого солдата. Он же лучше. Так, мне бы в солдата, конечно, превратиться бы не мешало. Какого хрена? Почему исчезло? Надо спрятаться. Надо схорониться где-нибудь. Чтобы меня не спалили. В принципе, тут, если заметят, ничего страшного. Кто поблизости есть? Кого превратиться? Семейный уют. Добрый вечер. Лайкосик вам в копилку. Блин, тут же спалили, а? Ты смотри, какие. Семейный уют, спасибо за лайкос. Так, тут же меня запалили. Забудь. Готово, превращаемся в него. Все, теперь я агент. Агент особо не прыгает, я смотрю, да? Эх, мне не достать. Придется в обход перейти. Голова вся отдыхает. Семейный уют. Ух, какая фишка говорящая. Да, говорящий чат ты себе решил сделать. Не всегда успеваешь сообщения прочитать, зато слышишь хорошо. Так, а как тут обойти-то? Целый каньон. А, мне сейчас голова сидит как раз не хватит. Давай быстрей. Быстрей. Время поджимает. Надеюсь, я успею добежать.
кто-нибудь-то есть у кого мысли прочитать? Прыжками хоть добраться может. Эй, давай быстрее. Чуть, ну-ка, вот у этого мысли можно? Нет. Никак. Черт. Превращаемся. Ладно, хоть так. Здесь меня не спалили. Так, собираем последние технологии. Полоска. Готово. Когда Монеду могли засадить крипто? Выясни. Наверняка это где знает кто-то из военных. Наверняка. Сканируйте мысли военных на военной базе. Извлеките человеческие мозги. Ну, давай попробуем вот так просто. Давай, достаем у этих, короче, мозги всех. Сколько мозгов-то надо перекачать? Я думаю, мне этих людей хватит. А вот из последнего придется как-то его оставить. Короче, надо в солдата превращаться. Так, еще 5, по-моему, да, человек? Это солдаты-то были. Вот он. 6 человек. Теперь 5 осталось. Угу. Все, тут народ закончился. Кого? Вон там, по-моему, да, один стоит солдат? Нет, это не солдат. О, иди-ка сюда. Вот у этого покачаем мозгов. 4 осталось. Ну да. Давай, чувак. Так, а почему он человеческий? Только человеческие, да, мозги мне пока. Вон он. Только за извлечение или когда я их добиваю лазером, это тоже считается. Ну-ка, просто извлекаем. Да. Просто извлекать лазером не добиваем. Последний. Ну, что не достать? Теперь надо будет свалить от них. Так, где солдат? Агент. Сканируйте мысли на военную базу. Так, ну давай тебе забудь обо всем. Валим. Вот куда-нибудь сюда. Получилось? Похоже, они меня просто палят, поэтому... Нет, нормально. Прокатило. Я через забор мысли прочитаю. Получится? Да. Отлично. Доберитесь до базы Маджестика. Скорее всего, Крипто 136 держит на цитадели Маджестика. Так, а как открыть? Использовать. Угу, добрались. База Маджестика, он да. Там они с кем-то воюют. Вы, ребята, не в ту сторону воюете. Look,
аккуратненько, меня никто не видит. А, тихо, это же Маджестик. Читаем. Отлично. Главное, кнопки не перепутать. Это будет не очень хорошо. Так, через забор. Вот этот солдат, он, я так понимаю, не проберется. Сейчас обходить. Мимо Маджестика как раз. Кого тут мысли-то прочитать? Так. Да, пробежим. Надеюсь, пробежать прокатит. Так. Готово. База Маджестика. Большая база. Че, нельзя мысли прочитать? Когда вот это усыпляем бдительность. Так, читаем мысли. Бежали дальше. Тихо, аккуратненько. Блять, голову. Никак у него мысли не почитать. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас меня как спалят. Ну-ка, вот че нам. Ах, маскировка-то моя раскрыта. Черт. Плохо дело. Валим. Куда-нибудь. Пока этот народ не успокоится. То ли надо в костюм Маджестика переодеться им. Все, они, короче, распиха. А, нет, смотри-ка. Падает. Падает уровень стресса у них. Это, блин, поблизости ни солдат, никого. Эй, что за война? Кто стреляет? Охренеть. Валим. Надо посмотреть, короче, как мы подобраться. Чтоб всем было ништяк. Равно подсекают, ты смотри какие. Аккуратненько. Мы можем это взорвать? Шухер. Сейчас он подойдет, попробуем в него превратиться. What's your stance on personal relationships between... Я надеюсь, я успею. Отлично. Так, и куда мы пилим? Сканируйте. А, просто мысли сканируем. Читаем. Еще немного мысли. Так, и... Вот этот чувак. Еще один. Главное, короче, на круги на эти не попадаться. Ай-яй-яй-яй-яй. А у кого именно надо мысли читать? Отлично. До лаборатории Маджестика. Лаборатория? А, вон она. Ах, аккуратненько. Да, маскировка падает. Маскировка падает. Сколько тут мозгов-то? Ну-ка, забудь. И... Вот так. Вроде прокатило. Использовать. Проходим. Отлично. Вроде прокатило.
Не, ну джокерский костюм все-таки прикольный. Я так надеялся, что успею тебя спасти. Крипто, ты погляди, что они с нами сделали. Скрыли, как подобное животное. Как мы могли, разумные существа, так поступить? Бориш отправили, короче говоря, на опыт. Ладно, макаки, войны хотите? Будет вам война. You got a war. What did you find, Crypto? Так, уничтожьте фуронские останки. Как их уничтожить? Заберите пленку с информацией. Таким макаром, короче, да, мы их уничтожим. Поднимитесь на борт тарелки. Убейте людишек. Ну, это запросто. Давай, кому мочить? Вот так мы тебя. А мы тебя вот так. Вот тут мозгов сколько. Давай, давай, мочим. А-та-та. Сейчас мне прилетит. Забираем мозги. А все, больше людей не надо, что ли, убивать? Давайте я еще мозги пособираю. Мне не впаду. Поехали на тарелку. Яну. Вот он. Ну, вроде по бочке успел. Получилось, наверное, я думал. Ну, если он залезает в тарелку, сейчас, скорее всего, надо будет разбомбить всю базу. 100% нормально. Вернулся на корабль. Давай. Загадочная гибель ученого. Знаменитый энтомолог. Энтомолог найден мертвым вместе с редким экземпляром. Посмотрим, что на корабле качнуть можно. So what would you like to upgrade, you little ball of unbridled aggression? Так, звукобумс. Существенно увеличивает мощность звукобумса. Давай. Тут что, существенно усиливает урон, полученный при прямом попадании. Поехали. А все, ни на что больше не хватает. Давай, 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 давай. Запускаем задание. Мутанты угрожают. На пленке, которую ты изъял в лаборатории гуманоидов, обнаружилась весьма пугающая информация. С помощью впрыска фуронской ДНК им удалось раскрыть экстрасенсорный потенциал, дремавший в недрах их примитивных мозгов. Проникни в научный центр, отключи изнутри систему защиты, потом сотри весь район в пыль со своей тарелки. Ага, то есть, короче, надо незамеченным пройти в лабораторию, до лаборатории Маджестика. Ну, короче говоря, тоже это все дело аккуратненько надо варить. Давай переодеваемся, чувачка. Тут можно пройти? Да, можно. Как собрать ты? Собралась. Тихо, тихо. I know what you're thinking, ladies. And yes. Незамеченным главное пройти.
Лаборатория. Угу. Че, мне обратно туда, что ли? Давай. Сколько тут агентов-то, а? Да хрена. Ты смотри. Давай и этому забудь. Ай-яй-яй. Меня прям палят. Ну-ка, если он забудет, он прочитает его мысль? Никак. Подожди. Открыто. Тихо, давай колычено. Эх, не получилось. Меня спалили. Как бы тут половче это сделать, а? Натиск красных отбит. Наши изловили шпионы и пинком отправили обратно в Крем. Ну да. Infiltrate the research base and disable its defenses from within. Then you will destroy. Давай превращаемся в этого чувачка. Доберитесь до лаборатории незамеченным. Хорошее дело. Подними ящик, передвинь ящик, встань на ящик, разломай ящик, тоска зеленая. Ну, у кого мысли-то? Просканировать мысли. А то сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. Это я зря. Вот отменить можно. Блин, мне бы в ученого превратиться. А если я... Окей, меня не спалили, кажется. Ну-ка. Забудь. И этот забудь. Почему защита... Опять меня спалили. Почему защита-то слетает? Там еще кто-то остается. Походу третий агент остается. Да-да-да. Давай еще раз. Infiltrate the research base and disable its defenses from within. Then you will destroy the entire area with your saucer. Так, как бы аккуратненько мимо них-то пройти. Это можно забыть прямо через стенку? Ни хрена. Вот этот. Стелла! 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 Так, кого тут мысли-то можно почитать? Бесплатно, скажем так. Гаммер Эверперн, в лето Айр. Юль, привет. Кого мысли-то почитать? Гаммер Эверперн, с подмогой просмотра и лайка. Спасибо большое. Давай-ка обойдем. Сейчас тут никого нету. What have you found? They got mutants, all right. Допустим. Читаем мысли. Проберитесь мимо систем безопасности. Надо еще какую-то систему безопасности обойти. А вторую. Понятно. Вторая система безопасности. Где мужики-то эти? Ну-ка, давай-ка в него превратимся. Да никак. Почему их мысли-то? Не могу прочитать их. Хренов. Так, воспользуйтесь лифтом. Ну, в принципе, значит, это не очень-то прям. Не обязательно было в них превращаться. Давай, лифт. Готово.
Как он медленно, вальяжно зашел. Вообще без шухера. Так, убейте мутанта, разгромите лабораторию. Давай. По поводу разгромить, это вообще не вопрос. Что тут надо сделать? Что тут надо хреначить? Бейте остальных мутантов. Давай-ка. Берем мозги и валим. О! Бейте остальных мутантов. Да, по идее. Давай, тут немного осталось. А их можно прочитать? Нет, ни хрена. У них мозги не являются. Что-то хрень не взрывается, что ли? Ну-ка. Никак. Давай посмотрим, что расхерачить-то можно. Это не бьет. Не бьется предмета. Поднимитесь наверх, займите лабораторию. Давай еще поищем, что сломать. О, еще одну, да? Просто попробовал. Последнее что-то можно взорвать. Здесь вот что открылось? Что-то можно взорвать. Чё бы разбомбить-то? Я Мировер Перм. Прикольный клоун. Да, красивый, что. Ну, вообще так ты играешь за инопланетянином, ты просто... Скрины меняются. Блин, а что бы расхерачить-то? Потому что кроме ящиков тут ничего не было. О, неужели? Пряталась там, да? Не видно. Давай наверх. Используй. Силой мысли ломаем лифты. Сейчас по-любому всю базу надо будет расхерачить. Отключите пульты управления катушек Тесла. Тесла. Ну-ка, давай-ка в чувака превратимся. Включите. Мозги выдерну. А, понятно. Просто их надо расхерачить. Хорошки. Погнали дальше. Подхилимся чуть-чуть. Давай мозги уже. О. Коробкой расхерачим. Нормально. Дальше. Привет, я вон там. Бля, там еще один мех стоит. Аккуратненько. Давай там корову туда зашвырнем. Вот сюда прям. Поднимитесь на борт тарелки. Где тарелка? А, ну, как обычно. Стоит в том же месте. Здравствуйте. Сейчас у одного мозги вылетят.
Все должны заразить. Я могу. Давай, давай, все собираем. Идем. Уничтожьте постройки, используя только звука бумс. Готово. Еще три штуки, три постройки надо расхерачить. Готово. А, меняем оружие. Начинаю немножко испепелять. Что там за зонды у меня врезаются какие-то? Подозрительно. Вот так вот мехи нормально гасят. Давай, последняя. Ну. Ты снайпер крипта. Все. Миссия пройдена. Надеюсь, что да. 100%. Задание. Так, метаморфотранс... метаморфотрансатакомутиз... Идите в жопу. Ионная емкость Z, щита гармонизатор микрон. Мир остается без пищи, красные уходят... А, хотят уморить мир голодом. Как обычно, во всем виноваты коммунисты русские. Игра даже сама себя подкалывает насчет этого. Хочешь создать свою тарелку? Нет, а как насчет оружия и способностей? Что тут у нас появилось? Бля, не густо. Так, сканирование мыслей. Пригодится. Как это, голова что-то не прокачать? Что? Ионный детонатор. В принципе, не очень важно. Лечение мозга. Тарелка. Как точно. Угу. Тарелки. Давай. Это обязательно. Все. Бабок больше нет. Давай. Зона 42. Все не то и все не так, когда девушка больна. Ну это естественно, скорее всего, русские локализаторы более адаптировали под наши шутки. Новый самолет дяди Сэма, Армквист, будет присутствовать на открытии военно-гражданской авиакомпании. Армквист, по-моему, это главный военный среди всех, который мехов на меня травил. Пора нанести удар по их вооруженным силам. Должен проникнуть на самую главную базу и выяснить, что затевают военные вожди. Не волнуйся, Покс. Всех умных мартышек я прикончил. Остались только альфа-самцы с волосатыми кулачищами, которые ничего не мыслят в межгалактических войнах. А блин, сами как будто не понимают. Если у планеты нет орбитально-ионных пушек, сами виноваты. У этих людей крайне примитивные представления о военных действиях. Именно это и меня и тревожит. Силы их оружия как раз хватит, чтобы уничтожить самих себя. И все наши генетические упования развеются по ветру, как ядерный гриб. Окей. Обидно будет, а? Ладно, схожу пока на базу, просканирую обезьяньи мозги. Постарайся в этот раз, чтобы они тебя не заметили. Хватит с нас осложнений. Сам знаешь, какими нервными бывают эти дикари. Да ладно, ты же меня знаешь. Вот именно, так что постарайся всех не убить. Ладно. Там кто-то стоит. Сейчас мы его того самого. Цель сначала туда переключилась. Полотов нет. Давай патрульного захватим. Не работает голова вся, но. Все.
превратились. Чего этого надо мысли почитать? Фанатики какие-то. Ну, специально как бы прикол, естественно. Так, открываем. Ставим мысли. Новый реактивный истребитель X-13 титаничный, ракетами стреляет, лазер на борту. Даже коктейли смешивает, хотя за что валом пить нельзя. Офицеры. Нужно сканировать офицера. Это офицер? Нет, это не офицер. А где он тогда прячется? Ну хорошо, в принципе, то, что я голова сейчас прокачал. Чтобы был попадос. Так, один готов. Побежали дальше. Пачка сигарет и крепкий кофе, что поможет? Я не успел. Похоже, в город приезжает твой старый друг, приятель Амквиз. Надеюсь, нам удастся с ним покончить раз и навсегда. Да. Угу. То есть показываются зеленые зоны, но конкретно где офицер находится, не показывается. Вот он, офицер. Правильно? Давай. Один, готов еще. А третьего где искать? Третий вообще не отметен. Где третьего-то искать, ребята? А, ну. Странно, но они как-то рядом, что ли, стояли. Давай дальше. Если... Незаметно проберитесь на крышу. Окей. Смотрим, как ты вел. Ну давай, поднимайся. Тени неповоротливые, а. Пробрался. Дальше. До сих пор ничего не готово, но X-13 отлично проявил себя на испытаниях на прошлой неделе. Ну тут заминочка вышла. Заминочка? Сюда Ракумист едет посмотреть, как эта штука летает. И что я должен ему сказать? У нас тут осложнения возникли. Речь! Все разлетелось, нахрен. Осложнение? Я вам покажу осложнение. Вы у меня под трибунал пойдете, салаги бесполезные. Да ладно, покажите гостям ядерную бомбу. Делов-то. Грузин, Ержан приехал. Я не до того платил вам 40 миллионов долларов, чтобы полюбоваться на очередные ядерные испытания. Я оплатил за лучший в мире истребитель, твою ж мать. Сам сейчас пойду в 13 сектор и разберусь, в чем там дело. Генерал. Кстати, второй тоже похож на Ержана. Не надо ходить в 13 сектор, испытания пройдут по плану. Что? Вы же секунду назад мне сказали, что X-13 не полетит. Я сказал, что он не готов, но будет. Показательный пройдет как надо. Доверьтесь нам, мы из органов. Из внутренних органов. Сканируйте генерала Хикса. Отсюда он достанет его? Ничего-то, что там солдаты у вас сыпятся с крыши. Так, заманите
так уронить на ученого ящик. Давай попробуем. Значит, надо каким-то образом подстроить какие-то несчастные случаи и что-то такое. Он на кнопочке не перепутать, а то я ему мозги высосу. Аккуратненько. Испалево что-то. Читаем мысли, идем по плану. Так, вот один. Ага, ящик вижу. Ждем, короче говоря, пока ученый пройдет мимо. И жмакаем на кнопочку. Его должно завалить, по идее. Готов? Из Джонни. Тихо. Ты ничего не видел. Помогите там. Доктору вашему плохо. Что-то случилось. Help me. Ставим мысли. Аккуратненько. Давай пойдем туда посмотрим. Народу тут до хрена. Я боюсь Вирджинии Вульф. Блин, Вирджиния Вульф — это, по-моему, писательница. Че она, интересно, ее боится? Надо бы гель для волос прихватить, хотя, конечно, и в душ сходить можно. Так, несчастный случай с барбекю. Готово. Кто-то так выдохнул. Когда человек разлетается на части, по-моему, он так выдыхать не умеет уже. Главное держать маскировку всегда в тонусе. Главное, чтобы тонус был в тебе. Ага, вон там минное поле. Читаем мыслишки. По прямой, короче, да, надо двигать. Амины. Ну-ка давай. За мной. Дружок. Подорвись чуть-чуть. Все, готово. Доберитесь до центральной площадки. Аккуратненько. Не торопясь. На мягких лапках. Почитаем мысли. Анквист мой герой. Это я. А это Сталин. Мы, твою мать, мы женаты. Прячемся. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему маскировка-то слетела? Ребят. Пока не угомоняться, придется здесь сидеть. Убежали. Да, тут народу будет здоров, собралось. Так, вроде палево исчезло. Надо срочно мысли чьи-то почитать. Отлично. А почему? Почему слетает маскировка? Ребят, поможем? Походу не достает. Ну-ка. Звука забудь, чувак. Они убили его. Ладно, попробуем. Уничтожьте армейское имущество. Зашибись. А ничего то, что у меня даже тарелки нету, и тут очень много. Солдаты, кстати, являются. Да, солдаты тоже армейское имущество. Вы всего лишь, ребята, армейское имущество.
Давай имущество. Давай мне и мозги, и имущество. Если только на солдатах уже дневную норму сделаем. Как бы не обязательно даже тут машину мочить. Говорится, и волки целы, и овцы сыты. Где-то мозги у меня вылетали. Поберитесь в ангар через люк на крыше. Погнали через люк. Ангара далековато. Надеюсь, они про меня забудут. Угу. Я вижу ангар. А, еще и время идет. Тогда надо поторопиться. 56 секунд. Дальше по плану замедлить Хома Метели. Небольшая диверсия. Давай. Консоль уничтожена, сотрудников убито. Давай. Валим. Тоже мне небольшая диверсия. Последняя консоль, еще один сотрудник должен быть. Вот это консоль? А нет. Вот это. Готово. Взаимодействие. Повредите опытный образец. А, ну просто взорвать надо будет. Хорош. Это, я так понимаю, то, что уже успели отремонтировать. Ержан приехал. Make it good. Ну что у вас там? We've had a breach. У нас обнаружено нарушение периметра. И вы об этом так спокойно говорите. Кто-то прошел мимо охраны, проник в 12-й ангар и все там раздолбал. Наш серый космический дружок, похоже на то. То есть вы его не поймали? Почти поймали. Зачем врать? Почти не считается, агент. Как только он сунется на базу, сразу берите. И ни слова вам, Христо, никакой помощи от военных мы больше не хотим. Сообщите, когда вы его возьмете. Слушаюсь. Задание выполнил. 100%, ну это же здорово. Многоногий зондулятор, ректальный сверхкомплекс, гипофизные электроды, нули трения. То, что открылось. Многовато. Ученые испарились. Неудачный эксперимент с полной бутылкой воды и горючим из цезия с магнетическим кварцем в пропорции 2:1. Ну то есть опять, виноваты все, кроме пришельцев. И как удобненько. Давай посмотрим, что тут можно вкачнуть. Так, ну на мозги не хватает. Тоже. Нули трения. Бесконечное скольжение. Блин, прикольно, конечно. Так, ион детонатор. Но я бы не сказал, что я им часто пользуюсь прям.
Нужен. Успешно из зонды по цепочке переходит к ближайшим объектам, покинув отработанный материал. Блин, это надо. Улучшаем. Анальный зонд качаем. А на тарелку что там? Она прикольная штука. А, ну тут на тарелку вообще ничего не пьет. У чувака у нас получилось, получается, фотонный магазин. А, ну он уже был. Анальный зонд только крепче стал. И он детонатор, по-моему, был. И рывок, короче. Тоже был. Ладно. Выбор задания. Замес, по-моему, с бомбой будет или что-то такое. Давайте, наверное, перекур 3 минутки и потом продолжим. We'll be right back.
Поехали. Следующее задание. Ну так в камеру, когда проезжает мимо, постоянно в камеру. Ууу, палит. Пригнись и накройся. Генерал приехал. Генерал! Сына Ваську своего привез. Генерал Лонгквист, рад видеть вас здесь. Я-то думал, вы слишком заняты проблемами в Калифорнии. Никакие проблемы не отвлекут меня настолько, Джек, чтобы не полюбоваться на очередное. Капитан Паттерсон, давайте покажем нашим гостям, что способна эта красотка. Тарелочку сейчас. Вертикальный взлет и посадка. Что вы на это скажете? Херовенько они реставрированы. И это все? Это и есть ваше супероружие? Паттерсон, бегом передай могил, чтобы мигом подняли птичку в воздух, если не хочешь в ближайшие 20 лет болты крутить. 40 миллионов долларов за это? Столько карду нарисовали. Крушение нового самолета. Хиггинс винит саботажника. Фарнквист некомпетентности исполнителя. Давай. Фарнквист сейчас инспектирует одно из этих примитивных воздухоплательных устройств, на котором мы немного поработали. Отличный шанс для нас раз и навсегда уничтожить их не до ПВО, а заодно и Фарнквиста. Доберитесь до полигона. Нельзя потревожить военных. Нет, Крипто, послушай, они прямо сейчас готовятся взорвать на полигоне ядерное устройство. Ядерное устройство? Не парься, мартышке надо гроб заказать. Можно гроб заказать. МРРТСВАЙ. Всем привет. Привет. Так, как бы... Кого бы мне это... МРРТСВАЙ. Лайкос кокос. Спасибо. Спасибо за кокос. Сейчас мы вот в этого чувака попьемся. Давай, головась. Значит, мне надо на вазу, короче, двигать. Гадалки не ходи. Есть еще военные. Тихо. Головась заканчивается. Используем. Угу. Давай-ка еще раз его мысли прочитаем. Дедуля мой на большой войне летал. Гипнотизируй гуманоида и прикажи ему направить транспортную в сторону аэродрома. Давай, приказ. Готово. Какая бомба. 10 миллионов мегатон. А, 10 тысяч мегатон. Danger. 10 миллионов, 10 тысяч мегатон. Еще раз покажите мне. Я не увидел то, что у меня 10 тысяч мегатон. Danger. Все опасно. Я так понимаю, нужно будет сейчас эту бомбу сопровождать. Или что-то в этом роде. Так. Поехал. March here, march there, march it yourself, jerk off. Короче, главное, чтобы мы тачку не раскирачили. А, так я этого уже... Я вот этого чувака уже... Пока он отливал, я в него превратился. Какая досада. Так, тихо, ребят, вы что творите? Вы же видите, это что тут опасно.
Они стреляют. Аккуратненько. Читаем мысли. Чего? Она мини, что ли, подорвалась? Для 10 тысяч мегатон что-то как-то мало она. Слабовато она долбанула. Так, уберите здоровье коровы. Коровы. Убейте солдат с помощью коров. Блин. Коров-то не осталось. Я всех коров расхреначил. Печалька. Тихо. Коровы. Готово. Блин, сейчас эта херня взорвется. Кто еще стреляет? Буквально сейчас 2-3 выстрела, и эта штука долбанет. Товарищи коровы. Как они взлетают просто. Опасно. Камни мешают, да? Бейте солдат с помощью камней. Где солдаты? Вон еще. Так, тихо. Один выстрел остался. Оружие уничтожено. Не знаю, откуда оно начнется. Берите здоровье камни. Ну, нормально. Побольше немного жизни добавили на тачку. Давай, солдат. Как мячики отлетают от них. Еще. Там не с дороги. Так, ребят, хорошо расстреливать машину. Я ж камни убрал. Еще какие-то камни есть. А, вот этот вот. Все. Камни убраны. Блин, на машине один выстрел остался. Вроде все камни убрал. Почему не засчитали последний? Эти солдат с помощью камней. Так, уберите мины. Видите, солдат с помощью мин. Так, еще одну мину. Машина, да? А, машина взорвалась. Ох уж эти миссии сопровождения. Давай еще. Так, давай, где солдат? Солдаты? Где они? Давайте, выбирайтесь. Не попал. Блин. Короче говоря, там всего, по-моему, 3 мины, и надо успеть их все раскидать по солдатам. Надо, чтобы прям каждая мина попалась.
Давай, где солдат? Давай, где он? Так, последний солдат. Готово. Тихо, тихо, тихо. Бля, тачку опять расхерачили. Там, по-моему, один с ракетницы стоял. Я потерялся в пространстве. Вот он. Урод этот. Ну-ка, прям в него. Нет. Подох. Давай, где солдаты? Раз. Два. Где еще мины? Блин, не мин? А, нет. Ай, сколько мин-то тут? Машина взорвалась. Молодцы. То ли мина натыкается, то ли машина на мину натыкается. Так, надо сначала этого ракетчика сраного замочить. Ну-ка, прям так, в полете. В него долбануть. Где солдаты? Давай, машина сейчас едет уже. Я стою прямо рядом с миной. Готово. Ай-яй-яй. Надо стрелять тогда, наверное, в соседние мины, не знаю. Должна. Этого урода надо сначала замочить. Готово. Давай, где солдаты? Ну где? Даже проще. Больше я мин пока не вижу. Вон до туда буквально таки добежали, осталось. Достать. Блин, а то у них-то все заминировано. На всякий случай. Здесь я прикольно делаю. Стой к ворота. Давай там мозговку. Аккуратненько, главное не сдохнуть. Народу до хрена, а? Мозги. Чувак сам себя, походу, подорвал-то. Куда бомба-то уехала? Где бомба? Он туда повернул. Я вижу.
Они же продолжают ее разрушать, эту бомбу. Давай. Я так понимаю, они сейчас прям по бомбе-то не стреляют, да? Это сейчас как долбанет? Все, на месте. Она остановилась. Активируйте ядерное устройство. Как его активировать? Чувак, иди отсюда. Как его активировать? Убираем. Так, активировать. Активировать. Готово. Че, нет? А поближе бы они стояли, было бы замечательно. Походу сюда танк едет. Убись. Активируем. А никого нет. Вот получилось. А убить с помощью ракет солдат. Обезвреживание бомбы, прогресс. Так, а ракеты? Короче, они толпой туда прям прилетают, да? Вон они, эти ученые. Ну, ученых быстро можно гасить. Ракеты. Кто ракетами швыряется? Есть кто по ракетам? Ракета была? Вот он, ракет. Поставим его в жизнь. Сволочи. Фига там бегут. Как с помощью ракеты побивать? Так, одного получилось все-таки. Дайте сказать. Чудно, но... Так, ракету там послать прямо туда. Ничего не вижу. Так, давай стреляй меня в ракеты. Тихо-тихо-тихо, там обезвреживают бомбу. Давай, ракета. Нет, не то. Не то. Бля, где бомба-то? Не, как ракету долбануть? Бежит он. Кто стрелял? Отлично. Получилось. Давай, 40 секунд живем. Поднимитесь на борт тарелки. А, ну просто валим и все. Давай, топим. 30 секунд осталось. Готово. Идем. Здоровье с нуля оттуда. Не знаю. Ну как долбануло так хорошо.
прям ядерный взрыв. Ну, в принципе, 10 тысяч мегатонн. Взрыв на военной фабрике по выпуску флагов. Звездно-полосатая слава разлетается по Америке. Долбануло, это хорошо. Амквист, не могли бы вы мне объяснить, почему наши войска покидают зону 42? Они не отступают, они перегруппируются. Все под контролем. Вот как, то есть это не наша ядерная ракета уничтожила аэродром. Да это опять тот красный диверсант из Санта-Модесты. Он к нам просочился, нарушил ход эксперимента. Но не волнуйтесь, его уже ловят. То же самое вы говорили в Санта-Модесте. Если честно, генерал, я начинаю сомневаться в вашей решимости. Да, решимости у меня выше крыши. Этим взрывом он меня хотел прикончить. Вы хотите сказать, этот красный диверсант что-то имеет лично против вас? Может, вы не понимаете, с какой идеологией мы тут имеем дело? Нет-нет, генерал, я очень серьезно воспринял ваши слова. Об этом должен знать президент. Возвращайтесь в столицу. Я вам не подчиняюсь. В этом вопросе я говорю от лица президента, и вам это известно. Ох уж этот метод Маджестик. Ну, солдата, кстати, как обещали, он не завалил. Точнее, генерала вот этого, Аарон Квиста. Я думал, можно будет. Он уже что-то задолбался своими мехами. Главного мужика над головой летающая тарелка пролетела, а ему похер вообще, он не заметил. Да, смотри-ка, 100%. Отлично. Значит, получилось. Так, смотрим, что можно качнуть. На что хватает бабла. Блин, ну на рывок 200 всего этих. 200 ДНК. Детонатор. Протонный магазин. Тарелки что? Звукобомбс. Алкатрон. Верти. Ну давай, алкатрон мы качнем. 1600. А ни на что уже больше не хватит. Ладно. Давай выбор задания. Погнали. Это дивный Армагеддон. Крипто, мне нужны данные по конструкционной прочности местных построек. Я активирую новейшие дроны F-800 для исследования доминирующих сооружений. Доберитесь до помеченной локации. И что, ты хочешь, чтобы я проследил за дронами? Именно так, остановись-то, Крипто. Давай доберемся, не проблема. Эх, чуть полета не хватило. Давай. Застрял. Он застрял прямо под крышей. Сколько народу тут до хрена. Ну-ка, давай так. Подрежем немножко мозгов. Ну так, чтобы очень. Так, я добрался. Уничтожьте зенитное орудие. Вот это.
Защитите дрон. Вот это дрон, да? Это давай. Защищаем дрон. Так, дрон мочит, я смотрю, да? Так, аккуратненько. Спасибо за мозги. Где дрон? Угу. Мозги. Забирай. Я так понимаю, дрон просто сканирует, а ты его должен сопровождать, защищать. Давай, 9 секунд. Алло. Угарный колбасик. Давай. Готово. Доберитесь до помеченной локации. Ну давай, доберемся. Сюда. И что типа по ЗРК? Что такое по ЗРК? Что такое ПЗРК? Подожди, по-моему, вот там где-то стоят эти ПЗРК. Да? Да нет, это просто тачки. Хрен его знает, что такое ПЗРК. Там дрон мой мочит. Аккуратненько. Поднимитесь на борт тарелки. А по ЗРК что-то я вообще даже не понимаю, что это такое. Может быть, это то, что вот здесь стояло? Хрен его знает. Ну сейчас уже поздно руками махать. Пошли на тарелку. Ну тоже. Танки, блядь, приволокли. Все, чуваки, я свалю. Погоди. Пригодится. Миссия по разрушению, наверное, мой, да? Судя-то по всему. Уничтожьте военное оборонительное сооружение. Уничтожьте Санта-Модесто. Вот это прикольно. Просто снесите весь город. Так, давай, где у них оборонительные сооружения? Раньше тут были. Чем они обороняются? Куда-то стреляют. Вот отсюда ракеты летят. Тихо. Это есть оборонительные? Нет. Сооружение. Одно сооружение я уничтожил. Вот, тихо. Подожди, да?
Мех не является сооружением брони. Видно, откуда, откуда ракеты шмалят. Где у них стрелковая? Стрелковую эту херню надо мочить сначала. Давай-ка мы жизни пофармим. Вот, тихо. Отлично. О, они, пожалуйста, все находятся. Так, четыре каких-то здания надо расхерачить, осталось. Так, еще получается, а ну, вот здесь. Так, и здесь по прямой. Готово. Тихо, ребят. Где машина? Буду тачки искать. Та-та-та-та-та. Черт. Почти. Надо за здоровьем прям следить вообще. Лунная катастрофа. Испытательный полет провалился. Во всем винят мартышку-астронавта. Ну да. Мартышка-астронавт. Во всем виновата. Так, где у нас... Надо оружие поменять. Так, один. Первая готова. Вторая. Даже третья почему-то. Ладно. Оружие. Прикольные миссии на разрушение, прям вообще-то чисто. Главное просто следить за здоровьем. Так, еще три осталось. И ракетница. Тут есть что-нибудь? Нету. Как-то маячок-то не разбомбить. Кстати, он являлся каким-то военным сооружением. Ну, тачки нет. Тачки стопудово не военная. Хотя двум можно хилиться. Последнее, кстати, оружие осталось разбомбить. И танк пошел в жопу. Где-то тут, по-моему, пушка была. Плохо так видно порой. Так, давай пушку поищем. Поищем пушку. А тут мехи вообще. Дабы, конечно, не лезть. Все, военное сооружение готово. Просто разматываем город. Это прикольно. Можно оружие поменять. На это, допустим. Треть. Вот так. Звуковое разрушение. Кто-то ракетами шмаляет. Где эта сволочь? Прикольно. Кто ракетами швыряет? Где эта сволочь? Вот, тихо, пушечка. Не так.
Это мех. Давай-ка похилимся. Тихо. Надо остановиться где-то. Хилимся. Отлично. Все, можно спокойно разматывать городишко. Санта-Модесса. Кстати, осталось-то буквально пару домиков и все. Эх, я бы хотел весь город расхерачить, прямо чтобы камня на камне не осталось. Да, ты разогнал их как тараканов, превосходно. Вон там пушка нашлась. Задание выполнил. 90%. Ну да, вот я не знаю, что я по ЗРК это искать. Открыто, квантовый расщепитель. Это, видимо, на тарелку. О, новинка. 3-единый капсуль, протонный попрыгунчик, обогатитель гамма-частиц, зонный накопитель. Понятно. Красный террор. Красная тарелка сравнялась с землей торговый квартал Санта-Модеста. Ну, наконец-то признали то, что инопланетяне существуют и могут, собственно, навалять. То все мартышки какие-то. Скрин. Не крипто, крипто 136. Как он выглядит? Оно просто покоцано. 18-ю миссию надо, чтобы открыть того крипто. Давай. Идем Джокер. Так, лаборатория. Тарелка. У нас на тарелку открылась. Квантовый расщепитель. Ну, я не знаю, прям пока вот он очень, не очень прям необходимости я не вижу. Давай крипто. Что у него тут, конечно? Так, лучевой дезинтегратор. Ну, я не пользуюсь им особо. Кстати, 5 косарей. Косарей? Давай-ка мозги, наверное, конечно. Или рывок. По идее, он будет быстрее перемещаться. Значит, можно будет мозги собирать пошустрее. А зараженные тогда против меня за меня будут. Блин, то и то надо. И хочется и Коля здесь. Ладно, давай. Трение качи. Хочется прям все-все прокачать. Новое задание. Ну, тут получается инопланетянин и тарелка. Значит, вдвоем. Ну, в смысле, и так будет. Ну, давай. У нас Армагеддон, похищение, гонка. Ну, как говорит, качайся, не хочу. Ладно, погнали. Урон под угрозой. А причем тут планета Фурон, и она под угрозой. Новая локация. Все, и этого подбили. Будьте прокляты, жалкие человечешки. Вот. Транспорт разбомбили. А корешок, кстати, не выжил после такого. Прям 1-1 ситуация, как с его другом была. Голова кружится, в глазах темно. Мочевой пузырь вот-вот лопнет, надо в туалет, ох. Черепушка трещит. Крипка, придурок, для начала признай, что у тебя проблема. Главное, самое главное, чтобы рядом никого. Все, ярдык, попался. О, спасибо вам, лобные доли головного мозга. Но где я конкретно? Похоже на примитивную лабораторию. Клетка и люди. Against my will,
Меня удерживают насильно и не в хорошем смысле. Фу, они меня потрогали. Я чувствую себя грязным. Ладно, ладно, хватит, пора выбираться отсюда быстро. Нельзя потревожить военных. Замаскируйтесь под человека. Давай. Так. Взломаем. Аккуратненько выходим. Погоди. Ай-яй-яй. Сначала пусть забудет, потом маскируемся под него. Второй. Потом мы еще раз маскируемся под ученого. Не засчитали. Так. А еще раз можно? Отлично. Выберитесь из ангара. Ай-яй-яй, голова сейчас кончается. А куда, куда бежать-то? Читаем мысли. Так, выбраться из ангара. Тут закрыто. Хм. А, ну в принципе я маскировку-то могу снять, просто перебраться или все. Верните свое оружие. Тихо, тихо, тихо. Читаем мысли. Надо же еще оружие вернуть. Тихо, мужик, не ори. Мы это как его? Агенты. Читаем мысли. Возвращаем оружие. Ну, пистолетик нашелся. А, зеленые человечки. Иржан, не ори. Опять они за свое, тупые дальтоники. А его прям бесит, когда его зеленым человечком называют. Сдохни, мозгляк. Эй, а где? Ты куда мои боеприпасы подевала, мартышка? Ладно, полноценное побоище откладывается. Придется голыми руками вас рвать на кусочки. Пока не найду, что мне надо. Голыми руками, я сказал. Сейчас Хиржана расчленят. Прикольно. Больной какой-то. Ну, я бы, наверное, тоже так орал. Когда мне хотят развел этот. Расхерачить на куски. Верните свой остальной арсенал. Мне бы не мешало, кстати, замаскироваться, наверное, под кого-нибудь. Тихо, меня видят. Меня видят. Надо на ящики, наверное, забраться. И аккуратненько всех это. А-а-а. У меня и ранца нет. Ранец-то мой стащили. Давай-ка ты все забудешь, что между нами было. Готово. Теперь бежим спокойно. Я портовый рабочий. Тихо, тихо, тихо. Кто из них агент? Я не вижу. Кажется, вот этот. Та-та-та. Чужой. Блин, вот он, агент. Вот урод. Дай-ка мы все в него тогда замаскируемся. Так будет попроще. И все, да? Меня другие не палят. Нормально. Так, мне нужны мои причиндалы. Все, арсенал я себе вернул. Я полагаю, твоя тарелка в руках гуманоидов. Ну да.
Это по-любому. Давай искать детали, короче. Так, одна запчасть нашлась. Тренирование мысли. Тренируйте рабочих в поисках подсказок только. В принципе, хорошо то, что я в агента переоделся. Отличная информация поможет нам утаскать корабль. Просканируйте еще рабочих. Верните свой ракетный ранец. А он, наверное, внутри, да? Угу. Ранец готов. Мысли. Так, последнего чувака надо сканировать. Да, иногда прям агенты спасают в плане маскировки. Ну, обгелево... А, ну это... У них постоянно мысли повторяются. То есть, ну, прописали буквально там 2-3 фразы. Ну, хорошо, 5 фраз. Прописали. Так. Мне нужно как-то наверх. Чувак этот наверху. Угу. По лестнице, значит, придется двигать. Подняться. И никак. Последнего нужно сканировать, и он находится наверху. Не хотелось бы просто маскировку терять. Мало ли, может, она еще пригодится. Эх, нет. Ладно. Тогда просто влетаем с ранцем, да, наверное. Всю ночь теперь это перченый пацан мне спать не даст. Вот ты что-то обсорвал. Нет, это даже не вариант. Ладно, скидываем маскировку тогда. Тихо, забираемся сюда. Потом вот сюда. Так, и сканируем вот этого чела. Аккуратненько. Мерлин, главное не забыть пароль, а то меня на баржу не пустят. Угу. Говорите с рулевым баржем. Значит, в этого надо превращаться. Баржа у нас вот там. Пока, в принципе, все нормально. Так. Если я в него замаскировался, то он, по идее, должен меня и как бы так, пропуском быть. Он же работник портовый. Еще с усами, да? Ну, в ержана превратился. Если нет, придется тогда в солдата переодеваться. Взаимодействовать. Можливо. Понятно, только с солдатом. Значит, только солдату надо переодеваться. Как иначе? The human military industrial complex is только с солдатом. For surface transportation to and from the island. You may be able to use it to get to the island. Ну, он в того сейчас должен, по идее, переодеться. Он до него достанет? Так, пусть все забудет. И головася. Ну вот, уже лучше. Читаем мысли. Чтобы у нас шухерок-то не пропал. Ержан, я никуда тебя не повезу без правильной подготовки, походу.
Лана Тернер, Джейн Рассел, угрожайте рулевому, Мерлин. Он три раза повторял Мерлин. Но теперь-то ты меня на остров отвезешь. Вот это другой разговор. Прошу на борт, солдат. Да. То есть диалоги, получается, они местами тебе подсказывают, что отвечать, когда во время взаимодействия надо с другими людьми. Если бы что-то другое ответил, он бы меня просто не пустил и все. Доверитесь до своей тарелки. Скорее всего, твоя тарелка рухнула где-то неподалеку, но будь осторожен, остров наверняка кишит военными гуманоидами. Я в маскировке, мне просто главное добраться и все. Читаем мысли не сбиваем маскировку. Чтобы на распух этот сержант-инструктор вышиб меня из разведзроты, отправил куда-то там. Так, мехи. Это прям аккуратненько надо обойти. Прямо стелс. Это надо будет, придется обойти скорее. Пошли в обход тогда. Блин, третья нарисовалась. Тихо-тихо, маскировка-то падает. Меня как спалят. Черт. Давай попробуем. Еще раз солдата. Вот так. Прокатило, кажется. Ах, тут, блин, скалы, всякая фигня. А нет, нормально. Вроде пройти можно. Освободите тарелку. Как я ее освобожу? Давай-ка мысли прочитаем, чтобы это... внедренный приказ. Сейчас ержан поработает. А, он просто с крючка снимет тарелку. А, и она висит в воздухе. Тарелку отцепил, отключился. Просто мордой вниз упал. Прикольные вот эти вот комические такие вставочки. Так, поднимитесь на борт тарелки. Что-то не так с тарелкой, я взлететь не могу. Гуманоиды сняли с тарелки энергоблоки и обесточили двигатель. Судя по радиационному излучению, энергоблоки находятся на человеческом пространстве неподалеку от тебя. Угу. Утопите агентов Маджестика. Надо сначала энергоблоки собрать. Либо агентов замочить. Ну, прям я не знаю. Хотя, в принципе, ну давай попробуем нарушить маскарад. Утопить агентов. Давай, тихо, первый. Так. Агент Маджестика. Где он? Вот он. Второй. Третий. Где агентов? Так, мехи пожаловали. Пожаловали мехи уже.
Еще трех агентов надо замочить. Найти бы их. Агентов нет, да? Где агенты-то все? Тихо, агент? Нет, агент. А я думал, вот это дело сначала раскинуть. Так. Тихо, там, по-моему, агент был. Агент? Нет. Это не агент. О, опять война начинается, короче говоря. О, они как грибы тут посыпались. Тихо, главное, чтобы пока меня никто не попал. Только мозгов. Агенты-то где? Где все агенты? Может быть, они дальше будут? Потому что тут я смотрю на базе, уже больше никого не осталось. Ладно. Прям вообще никто не нападает. Погнали. Тут получается пару мехов, по-моему, да, осталось еще. Или пушки какие-то, или мехи. Ух ты. Не ученый. Ну, заходи. И граната довольно-таки большой, имеет радиус взрыва. Какая-то хрень помеха несет. Это солдаты? А, ну надо просто побеспределить, чтобы побольше агентов приехало. Пострелял. Сюда. Подожди. Что там долбануло? Так. Ракетную установку грех не разбомбить. Так. Агенты-то что? Где агенты? Мне нужны агенты. И мозги. Для трех агентов надо. Гандос. Танки приехали. Вот агенты. Дождались какие. Агентов не это, не дождаться. Ладно, давай пока это соберем. И агенты это все. Мой фу. Ну на корабле они вряд ли будут. В гадалки выходить, что им там делать? По идее, к этому на корабль путь только один. Естественно, агенты могут появиться только вот отсюда.
аккуратно пофармим мозгов, когда пока агенты не приедут. Да? Это солдаты. Погоди, погоди, вот агент. Попался. Так. Нет, что-то не солдат, никого. Точнее, агентов я тут не видел. Один прибежал, все. Вообще толпу. Ладно, собираем дальше мозги. Здрасте. Здравствуйте, товарищи танкисты. Агенты будут? Заражаем. Тихо, это агент? Нет, не агент. Тоже не агент. И что, никого нет? Два человека осталось туда зашвырнуть в воду. И все. Нет, смотри-ка, они просто респаунятся. Практически на ровном месте. Чпок-чпок-чпок, вот сколько мозгов. Вот, собирай. И тачку подавил. Че же нет-то, беспределить так по полной. Солдат много. Солдат много, мозгов мало. Как это? Метафорично. Ну чё, два человека это найдется где-нибудь, агент? Нет. Нахрен мне мент нужен. Мне агенты нужны. Это просто менты. Ну, тихо, вот агент. Вот агент. А мозги соберем. Поехали за агентом. Чпок. Прям туда его. Как эти, как грибы. Это, а нет, это солдат. А тот что, не был агентом? А кто тогда, если он был не агентом? Либо он не долетел, может быть, там застрял какого-нибудь рифе там. Вот ты как. Танки, я смотрю, даже сюда не заезжают. Ладно, давай соберем, может быть, они там где-нибудь ошиваются на кораблях, я не знаю. Тут есть кто-нибудь из агентов? Ну да, конечно. О, тихо, агент. Ребята, я и искал. Чпок. Последнего. Как здорово. Давай. Раз. И второй. Давай, энергоблок собираем. Ну, их так можно даже просто вот по фану покидать. Стой, чувак. А? Я не того слотил. Штука внизу, да? Плохо видно. Первая. Вторая. Да ну, надо наверх подниматься.
аккуратненько. Ну там так стреляет. Ты че, больной? Блин. Тяжело по местам подняться, да? Да? Еще один. Куда вы беретесь? Ну прикольное задание. Да, народ расшвыриваешь с корабля тут. Не очень много. Прям вообще на изи. Поднимитесь на борт тарелки. Ну там сейчас меня во все оружие, да, буду встречать. О! Вот теперь еще эти появились. Эти, сколько у них мозги? 50 аж. Зачем за мутантов? За мутантские мозги дают 50 ДНК. Надо было еще, получается, еще там, когда мы лабораторию ломали, надо было еще там начинать собирать. Фармить, так сказать. Ладно. Тихо. Какой там? Ебать, он сносит. Не будем торопиться, лучше отхилиться. Не будем торопиться. Здорово, мужик. Попросим тебя немножко на предмет мозгов. Погнали на тарелку. А, это солдаты уже ни сном, ни духом вообще. Окей. Да. Уничтожьте оборонительные объекты. Побочных заданий никаких. А, ну в принципе, что, я это уже раскирачил. Просто я бомбил вот эти вот ракетницы. Может быть, это, кстати, и есть ПЗРК. Ракетницы бомбил, вот тебе, пожалуйста. Я уже почти пройден. Да? Последний объект. А это он. Все. Баста. Ну, довольно-таки несложное задание. Накопитель гамма-частиц, генератор накопитель, реактивный эхотрон. Понятно. Остров, охваченный огнем, власть отрицает взрыв, обвиняет во всем местных хулиганов. Но что-то опять начинает валить не на население, а точнее на население, а не на инопланетян. Давай посмотрим, 6 косарей. Посмотрим, что можно качнуть. Поглощение мозгов. Телекинез. Реактивный рывок создает перед крипто мощную ударную волну, способную катапультировать даже крупных врагов. Я бы не сказал, что прямо это очень прямо сейчас. Но качнуть, конечно, стоит. Ректальный сверхкомплекс. Крипто может одновременно запускать несколько зондов. Вот это прикольная штука. Толпы сразу тянуть. А на что еще хватит? Все, да? Вот на это хватает. Тарелка. Да, бумс, бумс. Давай, это пригодится.
Ладно, ребят, что, на этом будем закругляться. Всем спасибо, кто поддержал. Лайки, комментарии пишите. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Пишите дальше комментарии, лайки и так далее. Всем спасибо.